Всем бонжур, господа, как обычно. Добрейший вечерочек или утро у кого. Так, сегодня у нас экспедиция, едем в райцентр Кумёны. У нас говорят Кумень, столица деревень. Культурную программу сегодня снимем. Надо мне в технадзор. Ну и так, может, где-то еще походим. Кое-какие вопросы порешать. Дубак у нас стоит. Ого-го! Таких морозов мы еще не видели, какие у нас стоят. Так что, что будет интересное, как обычно, покажем. Что будет неинтересное, не покажем. Поздоровайся, толстый, с пацанами. Всем привет. Что-то я застегнуться не могу. Так ли застегиваюсь-то? Вроде так. Сейчас, секунду. Ладно, что будет интересное, посмотрим. Сам не знаю. Куда едем? Где вроде? Шаг к неизвестности. Ну, что-то я не так постегнулся, вот так вроде. Думаю, что-то мне шею тянет. Так. Поворот опасный, аварии тут одни. На той неделе опять авария была. Зараза. Стоит ограничение скорости, стоят знаки, обгон запрещен, все равно бьются. Только поможет здесь это расширение дорог и камеры. И пост ГИБДД постоянный. Ну, ладно, едем. Освоясь. Сейчас посмотрим, что там. Приехали в Кумёны. Толстый ушел в Россельхозбанк. Денег надо просить, на жизнь. Я жду, у меня там дело... Мне надо вообще там до банкомата бы денег снять. Ну ладно, не горит. Сейчас ходим в технадзор, но я там снимать, наверное, не буду. Госучреждение все-таки. По согласованию только такие вещи делаются. Но все расскажу, как прошло. Хотя там особо что снимать, нечего. Все там болтовню нашу слушать. Ладно, может, что-нибудь интересное будет. Дом культуры у них тут. Там дальше спортивный центр. Но мы его проехали. Дом культуры, между прочим, видим, что в Кумёнах отремонтирован. Не считая нашим. Деньги, наверное, сюда все уходят. До нас не доходят. Морьяны. Суд у нас. Кумёнский приехали. Машина. Toyota управляй мечтой. Такую вот возьму себе на коп когда-нибудь. Колхозные начальники все сейчас такие дают. Колхозные начальники такие ездят. Колхозы у нас богатые. Там районная администрация у них стоит. А нам сюда, в технадзор. Технадзор. Кое-какие вопросы решить. Здания тоже, смотрим, старые все, да? Такие. Дореволюционные. Везде золото спрятано. Но уже все под метровым слоем заметено. Не знаю, где начальника нету, мы уже не согласовали, едем на УБУ. Там приемный день, по-моему, четверг, я точно не помню. Ну ладно, сейчас решим. Еще нотариальная контора здесь. Все, выключаюсь. Что-то не послали. Так, все, мы сходили. В принципе, какие документы сказали собрать, я записал. Сейчас идем в этот, в Ростелеком. Ёбки волокно выпрашивать опять. Конторка у них. Там тоже ничего интересного. Такие все у нас рабочие моменты. Болтовню нашу вашу слушать неинтересно. Нашу вашу, но с 8 до 5. Сегодня дела решаем. Пойдем. Успеваем. Все, мы сходили в Ростелеком, поехали мы дальше в освояси. Ничего вам здесь показывать нечего. Райцентр как райцентр. Обыкновенные звонят еще. Все вопросы порешали там. Ну там личного характера, не на камеру, в принципе, ничего интересного. Для вас, по крайней мере. Свои тут заботы хозяйственные. Ладно. Что будет интересно, покажу. Уже, наверное, вечер. У нас 4-й час. Темнает. О, как снег скрипит. Третий день у нас идут. Второй даже. Отставить. Снегопады, замело. Ого-го, дороги не чистят. Видим.
Может, не успевают, может, не хотят. Смысл? Леша говорит, что сначала она нападала, что потом убираем. Вот это тяжело ходить. Сегодня идем мы в библиотеку. Ну, уж хоть куда ходили, я сейчас и ролики монтировал. Звание с библиотеки. Надо поставить какую-то программу секретную. Ключ лицензионный есть, я уже там рассказывал. Не знаю, звук хороший, нехороший, ветрище у нас. Сейчас зайдем до библиотеки, посмотрим, что там. Там у них такой компьютер древнегреческий еще стоит. И вам все покажем. Но я думаю, там недолго задержусь. Ибо время у нас мало. Время ресурс ценный. Задерживаться я там долго не собираюсь. Опачка. Деревня наша. Снега в феврале метет. Ладно, сейчас что-нибудь покажу. Смотрим. Там расписание есть. Каждые полчаса. Крышу пацаны скоро доделают. Месяц как раз осталось. Вон часть только небольшая. В таких снегах херачат. Где-то трубы обделывают. Вот немножечко осталось, да, вот здесь им дойти и все. За месяц, в общем, где-то управятся, я думаю. Ну, месяц чуть больше. Фиг знает, мне кажется, летом гораздо это все комфортней. Кто-то в комментариях тут усирался, что зимой надо крыши перекрывать. Да ну его нахер, в такую погоду намело. Бури, метели, там дождь прошел и все. Смотрите, у нас детей возят с маячками. Юра. Автобус, даже в Олимпийский возит. Интересно. Так что я считаю, лучше летом перекрывать. Целесообразней, чем в такую. И за лето ты делаешь это за неделю, можно весь дом. Световой день длинный. Погода, да, выбрал. У нас же бывает, как, месяц идет, потом месяца нету, вообще дождя. Подготовил это все. Сиди, работай, одно удовольствие. За месяц можно все дома перекрыть. При желании. Но нет же. Деньги, как мне рассказали, поступают. Москва деньги выделяет к концу года. Не успел реализовать, деньги выделены, они обратно возвращаются. Все по карманам расходятся в Москве. А сами отчитываются, как будто деньги выделяли. Не успели освоить. А может, и освоили, приписали, что освоили, а сами-то обратно не вернулись. Идиотизм. Нет бы в начале года, да, после Нового года сразу же деньги распределялись по регионам. Все сделано на воровстве и на жульничестве. Сволочи кругом. Центр у нас. Деревни нашей. Цивилизация. Идем в клуб. Клуб, сами видите, в каком плачевном состоянии. Власти Куменского района у нас, да, деньги не выделяют. С Кирова докладывают, что деньги выделяются. С Москвы говорит, ну а вообще тут с Федерального резерва льем, мама, не горюй, на Кировскую область. По инвестициям, о, инвестиции, как они. В общем, четвертое место, по-моему, в России. Говорит, у вас очень много денег. По доткированию, о, вспомнил слово. Да. Куда деньги уходят с Кировской области, непонятно. В общем, да, места не доходит, ребята. Смотрим, в каких условиях приходится людям работать. А у нас же дети, да? Кружки происходят, это вы видели? Потолок обвалится и все. Детей больше нету. Кто виноват? А? Библиотекарь скажет. Хотя виноват тот, кто деньги. О, кому-то рожу разбили, смотри, кровь. Правильно. Смотрите, ребят. Даже стекол нету. Поликарбонат от теплиц. Закрыты, да? Я это буду постоянно показывать. Может, стыдно им будет, сволочам, которые вот эти в районе деньги разворовывают на свои нужды, да? Или не... О, даже рамы, смотрите, болтаются. Топим, как обычно, улицу. И все. Та-ра-та-та-н. Россия, 21 век, нанотехнологии. Как там Путин сказал, что мы всех обгоним за 4 года? Сомневаюсь. Это центр, центр поселка, да? Смотрите, участников. Все, все магазины четенькие. Кто частные, да, владеют. Как государственные, все в жопе, все право взворовано. Мне кажется, наоборот, должно быть частник где-то, да, где-то там должен. Все-таки победнее быть государство. Так, частник за собой смотрите, а государство, нахер, ничего не надо. Все разворовали, все полностью.
сидят там на одних откатах. А люди вот в таких условиях работают. Поликарбонат деревянный. Сейчас заходим? Или ты уже ходил? Чего? На выставку. На выставку мы показывали. Сейчас камера отпотеет. Ладно, сейчас камера отойдет и все. Внутри-то еще более-менее ремонтик сделали. По-божески все. Фу, надо подождать, чтобы камера отошла. А то она сейчас начнет у меня бликовать. Что, пойдем? Посмотрим, что там. Я флешечку взял. Дыру здесь заделали. Заделали. У тебя фонарика нету, Юль? Показать. У меня нету фонарика. Так, сейчас, погоди. Смотрите, пацаны, туалеты. Клуб. Тебе видно вон там? А ты пойдешь когда-нибудь? О, туалет закрыт. Все закрыто, ёкало. А где у них туалеты? Вон, раньше туалеты были. Туалетами пахнет. Зато пожарники требуют обязательно. Там зал, но он закрыт, заморожен, тоже там батареи нету. Все размерлось. Видим состояние. Все разворовано, все бюджетные деньги до культуры не доходят. Здорово, Федоровна! Привет! Как жизнь? Нормально. Че, клуб в таком? Который день. Какой клуб в плачевном состоянии? Почему у вас? Да, я надеюсь, что все равно деньги так проявятся. Где-то ведь плывут они. Так, ну что, давай посмотрим, что у тебя тут. Оп. Флешку я, конечно, не нашла, но на самом компьютере она есть, этот вернее, сертификат у меня. И на флешку я скинула. Опачка, так. Сейчас я Саше-то звонила. Кто такой Саша? Ну вот, в казначействе, которое мне подсказал. Вот он мне сказал, какая версия, как бы, самая... Обновление программы приложения. Оптимальная. Что, сначала ее устанавливаем, да? Потом ключи твои вбиваем. Да ключи-то они там уже, в компьютере, в принципе. Так ей все равно указать надо будет. Да-да, ты если что, вопросы-то можешь... Это для чего у тебя? Это мышка. А это что? А это убирай. Это флешка. Ну, что надо флешку воткнуть. Да-да, это флешка есть. Хо-хо-хо. Компьютер-то у тебя древнегреческий, Windows XP. Открыть папку. Windows. Мне нравится мне восьмерка, а этот самый классный. Че, смотри. Есть, в общем, релиз кандидат 4 или просто 4 версия. Давайте вот самое. Вот он что, это самое. А, есть и это у меня. 994. Вот. Еще с обновления я скачал. Вот. Пацанам-то показать надо, чем мы тут занимаемся. Давай, ты мне администратор. Установим, ты, может, и таковым не являешься здесь. Че, винда? Это. Конфигурация языком персональ, да. Винда пиратская у тебя, да? Лицензия чистая. А где ты ключ такой взяла лицензионный? В этом казначействе. Это для чего вообще программа-то нужна? Я там должна занести, сколько мы сожгли электричества этого. А почему ты этим должна заниматься? Я юрлицо, я заведующая библиотеки. Но и ты должна отчеты делать? Да. Все, если понял. Я не сделаю, все штрафы на нас. Программа у нас Crypto Pro. CSP версия 4.0.9.9.4. Штраф дают, и ты из своего кармана платишь или сельсовет оплачивает? Ну, если дают на юрлицо, но... то платит сельсовет. Ага. А если дают на должностное лицо, но то надо так провиниться очень сильно. Но. Чтобы тогда я. Ну, штраф на должностное лицо в 10 раз меньше штрафа на юрлицо. Если пожарные штрафы на юрлицо 15 тысяч. Угу. Нет, вернее, на должностное 15 тысяч, а да, на юрлицо 150. Вот в сельсовете есть 150 тысяч, если там пожарки, что-то там не сделано вовремя. Да. И так-то бы должно им выгодно быть, чтобы не платить такие штрафы. Все понятно. Так, я что-то тебе установил, и где сейчас искать это? Вот. Вопрос. Вопрос, он говорит, браузер надо. Чего он у тебя в браузер влезет? Ты каким пользуешься? Вот этим. Вот этим? Вот она, эта программа. Вот все я правда должна что подписать. Дай я тебе покажу. Чего?
Мне надо 18-й год. Ой, да, 18-й. 18-й год. Выбираем. Ну, да. 2018 год. Да. Перезагрузили. Дальше. Вот, теперь декларация. Открывай. Все. Ну, вот. Вот мне надо подписать. Подпись. Вот у меня последняя осталась вещь. Подписать. Где у тебя эта вот, флешка? Вот он проверяет. А, флешка. Или ключ мне сейчас надо. Вот ключ подписать. Он есть на компьютере. Можно вот открыть? Вернее, выйти. Сейчас, погоди, идет проверка наличия плагина. А она тебе скажет, что нету. Как нету? Я же установил тебе сейчас его. Программа-то. А, ну давай. Ну вот он мне так же говорил, но говорил, что нету. Долго будет проверять-то? Да проверял. Давай ключ-то найдем. Давай, пускай выйди проверяют вот из пока. Этого. Вот, вышел. Но. Так, компьютер. Вот, вот сюда. А че? А я отсюда хожу. Вот сюда. Да. И вот, давай, вот этот вот. Вот этот, да? Угу. Не 17-й, а 16-й. Ну-ка, 18-й. 18-й. Все понял. Ждать, ребята, надо. Проверка плагина идет. Мы сейчас с Федоровной идем в бар чай пить. Как что-то появится, позвони мне. Хорошо? Как что-то появится вот здесь на экране, позвони мне, набери меня. А, ты говоришь, что ты идешь, я думал, ты говоришь, что мы с Федоровной идем чай. Нет, мы с Юлькой идем, а ты карауль. Потому что что нам тут сидеть-то? Мы пойдем чай попьем. В бар. Без меня ничего не нажимай. Тут у вас невкусно и бесплатно. Все можно сюда носить. В общем, сидим там долго, там что-то проверяют, какие-то сертификаты. Целый день там просидим, ну и нафиг. О, темно уже. Что-то кто-то разговаривает вроде. Зеркало есть даже, прихорошиться можно. А, Юлечка? Здесь у нас библиотека, когда работает. Пойдем. Алло, смотри, какая щель. Ты зачем на себя-то дергаешь? От себя же? Я вдруг знаю, пожарных. Я хотела посмотреть, закроется. Что, щели, щель? Щели не было или нет? Ты что, нет? Щели, конечно, все продувают. Отапливаем улицу. Привет электрикам. Электрики ходят, счетчики проверяют. Безобразие. Че, пойдем? Чайку попьем. Ладно, не знаю, чем это кончится. Проверит у меня там сертификаты, не проверит. Фиг знает. Ну ладно. Мы свою часть задачи. Че она сейчас? Сертификат покажет, у нее ключ есть и все. Ей надо подписать, я так понял, документы какие-то. Отчитаться перед государством, что книги все на месте. Я вообще не понял, для чего ей этот нужен. Так я не понял, в общем. Почему она отчитывается, она библиотекарь? Или она частную библиотеку сделала, что ли? Не поняла ты? Понятно. Чё? Чё? Надо отчитываться. А чё там отчитываться? Сколько книг у тебя лежит, что ли? Сколько лежало, столько и лежит. Электричество и другие услуги ЖКХ. Так. Отчёты надо составлять. В общем... В общем, ребята, одна бюрократия. Бюрократия. Все упразднить нахер. Всех разогнать этих дармоедов. И все. Поставить электронные счетчики с Wi-Fi. Пускай сами все отсылают. Давно уже пора все модернизировать. Все, живем как в каменном веке, блин. Какие-то отчеты там вот действительно тянут это все. Лишь бы зарплаты платили только. Дармоедов этих понаберут, бюрократов. Они там всяких с бумажечек повыписывают. Ладно, пойдем мы чай пить. Пока показывать больше нечего. Смотрите, ни хера не чистится. Местная власть не работает. Потом я еще хотел показать. Вот с крыши нападало, я весной вам обязательно покажу, да? Сейчас народ ходит, тропинки натаптывает. Потом это когда таять начнет, здесь по пояс начнут проваливаться. Там у нас магазин, баня, бар, да, в том помещении находится. Хозяина, да, вот смотрите. Администрация не заставляет это все прибирать. Соответственно, ждет, чтоб я, что ли, сделал замечание. Я замечание сделаю, да, ему. Он меня нахер пошлет. Я его как свинью зарежу, да, и мне дадут там лет 11. За что? За то, что я отставил свои интересы, деда, что ли? Да нахер мне это надо? И вот ВОЗ ныне там, понимаете? Одному пухеру, другой не шевелится, а третий ходят, мучаются. Я это весной обязательно покажу. Дровишки-то у нас, конечно, в лесу живем, и ёкаломаны. 15 тысяч. О!
Пока в магазин ходили, Федоровна звонит. Говорит, что-то выскочило, пойдем посмотрим. Таня, здорово, как жизнь? Чего ты боишься камеры-то? Налоги не платишь? Или я все плачу. А что ты боишься? Чувствуешь за собой что-то? Снимаю. Конечно, снимаю. Я всех снимаю, что? У меня конституционные права мои такие есть. Снимать. 27-я статья. Или 29-я, по-моему, я могу ходить, где попало. А 27-я снимать, кого попало. Вроде так. Или местами перепутал, точно не помню. И все, а у нас же гарантия конституции, кто президент. Да, и, соответственно, это высший государственный документ. И всякие внутренние распоряжения там, что нельзя снимать. Похеру нам, собачка. Это же это, Толстого. Но шериф. Что гуляет? Че бы не. Ладно, сейчас мы посмотрим, что там. Что-то не туда, всю камеру делаю. Фиг знает, что я понять-то не могу, что это за ключ. Ладно бы я хоть в курсе был, никак мне неохота, нисколько. Для чего это вообще все нужно, эта система? Ну ладно, сейчас зайдем, посмотрим. Окей. Дальше читаем. Тут уже что, инструкция. И окне мастера импорта в качестве хранителя должно быть доверен корневой сертификации. У нас что? Доверен корневой центры сертификации. Это не производило, да? Но неудивительно, что у тебя. Дальше нажимаем ОК. Хранитель сертификата выбрано пользователем. Далее. Так, просмотрим дальше. В окне завершения мастера импорта сертификата нажми кнопку готово, да. Предупреждение безопасности. В некоторых случаях может появиться предупреждение безопасности о том, что готовится установка сертификата центра сертификации. Так, нажмите, да. Но так, тут же все просто. Я предупреждение не делал. И все, и сейчас нам надо с тобой. Да. Все. Дальше. Погоди. Нажмите кнопку ОК. Ну и все. Где-то вот дальше тут. Погнали заново. Вот тут. Что? Все. Вот зараза. Что зараза? Он сейчас тебе должен проверить? И я бы вообще на 2 месяца еще перезагрузил компьютер, чтобы они установились. Кстати, долго проверял-то. Вот я тебе когда позвонила, тогда тут кому. Вот. Все, сейчас нормально будет. Если сейчас, давай так договоримся. Если сейчас нормально не будет, ты просто возьмешь и перезагрузишь компьютер. Угу. Еще раз сделаешь так же. Да, еще все пройдешь, поедем по полочкам, до сюда дойдешь. Там вот и все. Тебя что, спросил, да? Да, да, да. Я тебе все сертификаты установил, ключи он сейчас должен тебе все подписать и все, далее сделаешь. Отправить. Все, если что, звони. Опять будем решать. Все, мы уходим. Спасибо. Давай. Если, говорю, не получится, попробую перезагрузить компьютер и заново сделать. Потому что, когда я тебе установил программу, он просил, может потребоваться перезагрузка. Мы не перезагружали у тебя его. Хорошо. Давай. Если что, звони, разберемся. Все, у нас уже темно. Все, всем пока. В принципе, вроде все сделали. Если нет, буду вас держать в курсе. Ва, тут темнотища. Вообще ничего не видно. Никого вообще. Все, увидимся.